внимание всем. Прошу подойти ближе к сцене и на зеленой площадочке справа от сцены сейчас будет сюрприз. Мы готовим видеокамеру, поворачиваем, все подходят поближе. Вы знаете, для нас сегодня выступают наши друзья, студия восточного танца Сейгули. Подходите ближе, я еще поговорю пару минуточек, чтобы вы подошли поближе и всем было все видно. Вставайте, не стесняйтесь, сидя будет, не видно точно. А пока вы готовитесь, я хочу обратить внимание, что сегодня для нас, для всех, работает большая команда. И первое отделение сегодня проводили видеооператор Юлия Скатова, звукооператор Ольга Зеленская, помогали ему Сергей Нотик и Вадим Елисеев. С вами была я, ведущая Анастасия Евграфова. А на сцене у нас студия восточного танца Сейгули. Подходите, не стесняйтесь.
провожаем аплодисментами в студию восточного танца «Сейгули». Вот такого никто ведь не делает на бардовском фестивале «Восточные танцы». Замечательный перерыв. Спасибо большое девушкам, что приезжают к нам из года в год, и это здорово. Внимание, внимание, сейчас небольшая техническая пауза. Первое. Дорогие друзья, обратите внимание, кто брал воду, у кого есть пустые бутыли, сдайте их, пожалуйста, сейчас, там, где вы их брали, то есть к бело-синему шатру оргкомитета. Сейчас поедут за водой, и если есть свободная тара, то ее нужно заполнить максимально. Это раз. Второе. Сейчас я приглашу на сцену представителей проекта «Чистая Вуокса». Сегодня они у нас в гостях впервые и, пожалуй, наверное, сейчас уже поднимаются, да? Я скажу, внимание, внимание, все, кто с детьми, после того, как девушки спустятся со сцены, они пойдут на площадку номер три, где будет вечерняя площадка рок-альтернатива, и там будет мастер-класс для детей, рассказ про экологию и игры. Поэтому минут на 40 детей можно сдать вот под тот шатер. Обратите внимание, пожалуйста, под тот тент. Будет интересно. А на сцене у нас представители проекта «Чистая Вуокса». Сюда говорить, да? Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо вам большое, что вы нас пригласили на ваш чудесный концерт. Нам приятно здесь находиться, и очень тепло, несмотря на то, что погода, конечно, типично питерская и июльская. Мы хотим рассказать в двух словах, мы надолго вас не задержим, в двух словах о нашем движении. Движение существует уже 6 лет. Мы ездим на острова Ладоги и Вуоксы с тем, чтобы сделать их немножко чище, чем они есть. К сожалению, не все сознательные туристы убирают за собой, поэтому приходится делать это нам. Кроме того, мы отдыхаем, развлекаемся, дружим, нас уже очень много. И в этом году у нас будет новый для нас проект. Мы будем проводить волонтерский лагерь в течение всего июля, куда, собственно говоря, и приглашаем всех вас принять участие, приехать, поубирать, попеть, поразвлекаться и отдохнуть. Лагерь запланирован на весь июль, со 2 по 29 июля. Будет у нас 4 смены различных. Первая неделя – это познавательная, где кроме того, как мы будем убирать, мы еще и будем проводить различные тренинги и мастер-классы. Вторая неделя – это семейная, можно приехать всей семьей с детьми разного возраста. Тоже будут запланированы различные мероприятия для детей. Третья смена у нас спортивная и четвертая смена игровая. Также у нас, как я уже сказала, будут различные мастер-классы. Трехразовое питание обеспечено в лагере, поэтому приезжайте, всех очень ждем. У меня есть информация, которую можно подойти взять. Еще подробно, если есть какие-то вопросы, задавайте, все расскажем, покажем. Спасибо, хорошего отдыха. Извините, аплодисменты проекту «Чистый Вокс» за то, что это такие замечательные ребята, и вообще на самом деле там очень интересно, полезно, и приезжайте, потому что мы ездили туда петь и знаем, как это здорово. А на сцене у нас, вы посмотрите, захватил сцену босс Барт-радио Сергей Нотик. Барт-радио, мы благодарим за информационную поддержку нашего фестиваля, и вот он сказал, что ему есть что сказать, поэтому он сейчас на сцене. Да, конечно. Ну, во-первых, вот если кто еще не знает, вот тут висит там внизу адресочек, по которому можно нас слушать. Мы уже более 2 лет круглосуточно вещаем в интернете. Ну, с перерывом на естественные нужды, то есть когда там техническое обслуживание и на сервере, но это такие крохи. Вот, поэтому вот круглосуточно авторская песня звучит на нашем радио. Кроме того, интересные передачи у нас обычно по нашим вечерам, хотя мы расширяемся. Сейчас и из Новосибирска вещают. Это не только Питер, то есть это Питер, Москва, Новосибирск, Керчь, Александров,
ну, в общем, достаточно большой у нас вот ведущих, тех, кто делает это радио. Вот, ну, кроме того, мы проводим разные, то есть вот сейчас у нас на радио идет конкурс авторской песни о войне, то есть это совместно с ассоциацией «Опора», вот к следующему 9 мая будут подведены итоги и, соответственно, будет передача с теми, кто прислал нам на радио свои песни, посвященные этой теме. Ну, а так у нас на самом деле все просто. Мы достаточно неформальное радио, то есть у нас все определяется... Что, закругляться уже? Хорошо. Вот, все определяется одеждой. Вот оранжевые штаны – это я босс. Вы понимаете, что там нужно три раза ку делать. Вот, а вот наш главный редактор пока еще не был облачен ни во что такое, поэтому, Саша, подходи. Я приглашаю на эту сцену нашего главного редактора. Он заодно вместе с Леночкой споет. Но попутно я хочу ему, что называется, тоже вручить своеобразный знак отличия. Может быть, она, конечно, немного на вырост, зато можно одеть даже поверх куртки. Хотя... Вот так, Саш, я тебя поздравляю. С обновкой Александра Тихонова, да, пусть рекламирует Бортрадио дальше. Возьми у него футболку, пожалуйста, ему петь неудобно будет. А, тоже хорошо. На сцене у нас Елена и Александр Тихоновы. А что так тихо? Давайте похлопаем... Активнее, активнее! Молодцы! Семейный дуэт Тихоновых на сцене. Раз. Здравствуйте, дорогие друзья! Замечательно, что есть такой лесной концерт, где мы можем встречаться, обниматься, петь друг другу и сами себе немножко. Вот. И мы с Леной хотим сейчас спеть для вас замечательную песню Владимира Васильева. Страх решается не всяк, набравшись смелости, сказать я вижу это так. Трусливый замирает дух, куда надежнее тонкий нюх, когда приходится всерьез решать одно из двух. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо ты дурак, либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте и дурак. Привольно дерзким лавкачам у короля служить, легко искуснейшим качам камзол из листи шить. Придворный люд всегда готов носить его без лишних слов, но голым голова называть ищите дураков. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо ты дурак, либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте и дурак. Посохи терла в карука, и кто добрый плесе, пусть люди видят дурака во всей его красе. Прозрачней ткани не сыскать, дни напрасно взяли ткань, чтоб мог народ в конце концов о короле сказать. Либо он дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо он дурак, либо он дурак, либо не на месте, либо не на месте и дурак. Либо он дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо ты дурак, либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте и дурак. И вторая песня, мы буквально несколько дней ее пытаемся выучить. Очень хотелось именно к этому лесному концерту. Трудовые будни не всегда позволяют это делать, так как прихожу я поздно вечером. Так, ну ладно, это уже мелочи. А Саша все с Бортрадио. Это, с другой стороны, это такое послание нашему керченскому
корреспонденту Александру Зенитата. Ему такой своеобразный подарок. Это будет песня ярославского автора Владимира Лебедева. Сколько зим, сколько лет, до свидания, привет, доминует вас вскоре беда. Пусть нелегок был путь, пусть узнали чуть-чуть, но мы снова вернулись сюда. Будут рельсы качать, будут дома ворчать, не считают туда и обратно. Пусть невыгодно, смешно, пусть невыгодно, но все равно сердце бьется бесплатно. Не говори прощай, будут и радость, и печаль. Струны острой, песню напой, душу свою раскрой. Но возвратясь домой, с музыкой вечной и живой, старый мотив, добрый мотив, будет всегда с тобой. Старый мотив, добрый мотив, будет всегда с тобой. Наши дни нелегки, а приходят стихи, как влюбленного сердца удары. Вот опять пальцы в кровь, может просто любовь, а не звуки живут у гитары. И давно так решали, не сфальшивит душа, воспевая просторы лесные. Всем не просто сейчас, но, наверное, про нас говорят, что живучая Россия. Не говори прощай, будут и радость, и печаль. Струны настрой, песню напой, душу свою раскрой. Но возвратясь домой, с музыкой вечной и живой, старый мотив, добрый мотив, будет всегда с тобой. Старый мотив, добрый мотив, будет всегда с тобой. Замолчал микрофон, побери метро, каснут софиты. Да и звуки в тиши, в раздевалке спешит, их величество предали зрители. Все заждались дела, но была не была, после тысячи новых попыток. Песня в путь позовет, что-то в сердце забрет, и ведущий объявит ваш выход. Не говори прощай, будут и радость, и печаль. Струны настрой, песни напой, душу свою раскрой. Но возвратясь домой, с музыкой вечной и живой, старый мотив, добрый мотив, будет всегда с тобой. Старый мотив, добрый мотив, будет всегда с тобой.